Ранок з ТВ5 стає гостинним, знову ж таки, і більш музичним. Ми на це дуже сподіваємося, бо у людини, у нашого гостя поруч є гітара, а це означає, що обов'язково сьогодні пісню ви почуєте. Раді вітати у нашій студії співорганізаторів концерту «Будьмо знайомі» Олену Дегтяренко та Жанна Селезенєва. Доброго ранку вам. Доброго. Доброго ранку. Сама назва концерту «Будьмо знайомі» каже про те, ну нам так здалося, що він проводиться вперше. Так це чи ні? Ну, в общем, да, на самом деле. Хотя образование центра авторской песни предшествовало уже, по-моему, несколько таких акций. Вот, например, было два концерта, посвященных творчеству Владимира Высоцкого. В один концерт все зрители не влезли, были очень возмущены. Мы решили повторить, поскольку, в общем-то, и имя такое знаковое, и мы оказались в состоянии. Собственно говоря, фотографии, которые были использованы на афише концерта-презентации, взяты как раз с этого мероприятия. Собственно, событие радостное и такое приятное, да, образование центра, под которым объединились лучшие силы, бардовские силы города Запорожья, а бардов у нас немало, и барды у нас хорошие. Это, кстати, в части можно сказать совершенно без, ну, как, без натяжек каких-то, да, в Запорожье достаточно хорошие. Олена, а скільки приймає участь бардів у цьому конкурсі? Так Жан каже гарно про це, може їх там 10, сотня? Действительно, в нашем городе просто какой-то ажиотаж. У нас есть три объединения. Вот я представляю «Зеленое небо» объединение. Есть театр Лены Алексеевой, где с Жаном. Театр поэтической песни. «Плеяды». И все существовали, все сильные, все очень интересные и все разные. И когда вот мы начали делать совместные концерты, это получилось просто какое-то чудо, потому что мы как бы друг друга поддерживаем, мы как бы на фоне друг друга просто какие-то, ну, красавцы. Людям нравится, когда концерт Высоцкого на бис, представляете, какая радость. Людям нашего города нравится авторская песня, и собираются залы, и нас действительно, честно говоря, попросили сделать этот концерт. И мы вот сейчас собрались, объединились уже официально при ДК «Титан», спасибо Татьяне Владимировне Бойко, что она нас поддержала. И мы делаем, организовали этот центр. И сейчас будет большой концерт на большой зал. Мы этому очень рады. Для нас это праздник, и мы приглашаем всех. Это дуже добре. Да. Ви так сказав, нас попросили. Якби ми жили у іншому там, якомусь часі. Наши зрители, вы не представляете, когда мы выходим, и как это приятно. Наши глядачи, как они приходят и говорят, когда же еще, когда же еще. И нам это очень приятно, и мы решили, мы сделаем это. И мы вот сделаем это 25-го. Приходите в 18:30, ДК «Титан», будет праздник авторской песни. Расскажите потенциальному вашему глядачеві, чего чекати на вашем цьому концерте, до чего быть готовым. Ну, заинтригуйте, змусьте меня прийти до вас на концерт. Да, заинтригую. Вы, наверное, знаете все вашего прекрасного сотрудника Максима Щербакова. И вы, наверное, знаете, что он пишет свои песни прекрасные. И вот, кстати, он находится в моем клубе «Зеленое небо». Мы с ним знакомы очень давно. И он там будет исполнять свои собственные песни. Если вам интересно, приходите и послушайте. А также таких же авторов у нас очень много. Будет Олег Швидки, очень интересный автор. Будет Сергей Кучма, очень интересный автор. Будет Гефтер Вадим, очень интересный автор. Театр Лены Алексеевой – это чудо, потому что, во-первых, люди занимаются с детьми, и там будет молодое поколение. Вы услышите молодых ребят, просто молодых подростков. То есть и молодые люди, которые начали авторскую песню выполнять, и да. Это ведь как гурток, чи да, пояснить? Да, это при театре Лены Алексеевой есть дети, и при есть «Плеяда», где Анна наша Леонидовна Кищук прекрасная тоже будет исполнять. Она и свои песни, и вообще прекрасный исполнитель, и у нее молодежный ансамбль «Обрій», который тоже будет выступать. Это очень добре, так что 25 квітня мы сможем все это почути, але зараз в нашем прямом эфире есть гитара, так как мы можемо просто сидіти, не попрохати Жана нам щось виконати. Ну, давайте попробуємо, навіть, може, вместе. Ну, попробуємо, по крайней мере. Ми ж, в конце концов, об'єднились, да? Об'єднились. Зараз буде експеримент. Всегда приємно. Ну, видите, весна вступила в свої права, наконец-то. І таку весенню пісню попробуємо вспомнити. Представляєте?
ставь песню. Вот идет по свету человек чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Сколько сердца валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Поезжай в Австралию без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Як це чудово. Сподіваюся, вся ця атмосфера, яка зараз панує у нашій студії, перейшла і також до вас, наші шановні телеглядачі, бо я просто зачарована. Мені хочеться підспівувати, мені хочеться туди-сюди головою. Ви знаєте, вашу пісню почути в березні на початку десь, щоб точно там розтанули всі сніга. Я думаю, що ці квиточки чудові, ми можемо вже відправляти як розіграш нашим вашим шанувальникам та нашим телеглядачам. Давайте так, віддамо цей квиточок тому, хто задасть, можливо, вам питання якесь цікаве. Бо, як вам такий варіант? Такий ніжданчик. 213-46-19, телефон, знову ж таки, прямого ефіру. Можете зараз зателефонувати. Нам здається, що, може, Жан ще нам одну пісню заспіває. І, звичайно, ви зателефонуєте, дочекаєтесь, коли ви з'явитесь у нашому ефірі на телефонній лінії. І маєте нагоду виграти два запрошення на фестиваль авторської пісні. Доки таке запитання. Ось кажуть, авторська пісня, так? Така гучно виділена назва. Дивіться, там є співаки на нашій сцені, які, якщо ти сам написав пісню, ти можеш називати себе авторами і приймати участь у цьому конкурсі? Чи це якесь таке інше поняття? Просто Влад написав пісню і дуже хоче, щоб її побачив світ. Бо я ще не знаю. Ну, це тонкий вопрос, на самом деле. Тому що, ну, по определенню, казалось би, Пол Маккартні теж принадлежить бардовському сообществу, поскольку сам пишет. Потап, знаєте ж Потапа? Да. Сам пише, ну, пісні він їх так називає. Ну, на самом деле, у того, що традиційно понимается, под авторской песней есть определенные такие родовые черты, как бы, да, то есть есть основоположники этого жанра, которые понимали его как, прежде всего, явление поэтического характера, да, то есть это некие так, стихи, положенные на музыку. Вот есть еще, вообще нет таких, ну, как бы, строгих формул определения, что принадлежит авторской песне, что нет. Это такое вот, как бы, больше внутреннее ощущение, да. Вот, да. Вот авторскую песню нельзя слушать, допустим, вот как бы проходя мимо, да, то есть вот, фоново. Ты вольно или невольно, ты должен включаться в как бы в співрозмовник. Я уже забыл, як це по-російськи. Ну, собеседник. Да, как бы, да, совершенно верно, как бы собеседник. Очень интересно, да, можно продолжить? Можно, можно. Но я хочу поддержать, ну, песня развивается, приходят новые люди.
молодежь, и они эти стихи в различных формах передают. Есть вот такой формат, это как бы основа нашей песни, Никитина, Куджава, которую мы все любим. А есть люди, которые поют в джазовой манере, в роковой манере. Даже у нас наши дети сочиняют рэп тоже, и стихи там очень интересные, придете, услышите. Это очень разнообразный сейчас идет жанр. Даже есть люди, которые поют сейчас на английском языке и сочиняют на английском языке. Mm-hmm. То есть идет это развитие. И мы для этого и объединились с той целью, чтобы вот такие люди, как вы, могли прийти и показать. А у нас есть люди, которые знаешь, скажут, из этого получится, ну как да. ты, как можешь, не можешь. Мы скажем так, Даша, так, я просто прийшов послухати, так, точно не співати. Ми вас ждем. 20, так, дякуємо вам за те, що завітали до нас до ранку, зробили його більш музичним. Усіх чекаємо 25 квітня на концерті «Будьмо знайомі». Якщо ви є поціновувачем авторської пісні, якщо ви полюбляєте джаз, бардів, ви знаєте відомих митців, знову ж таки, можна послухати їх пісні, а ще й власного виконавства. Палац культури «Титан», велика зала, 18.30, 25 квітня. Приходьте і поринайте у цю атмосферу неймовірного просто дива і неймовірної авторської пісні. Так, а ми зараз з нашим гостям, знову ж таки, і нашим телеглядачам пропонуємо, якщо зголодніли трошки, то можна подивитися нашу ранкову рубрику «Food Labs».